Я не лжец. Да, я убил тысячи людей. Я поставлял больше наркоты, чем три крупнейшие фармацевтические компании вместе взятые. Я похищал детей у родителей, жен у мужей. Я вырезал целые семьи. Но я никогда не лгал. Все это преступление против человечества. Ложь – преступление против себя. Я руководитель организации «Санта-Бланка», по-вашему, картеля. Я всегда мечтал о земле, где буду растить свою коку и делать свой кокаин. Где смогу вести дела без вмешательства полиции, правительства, армии, янки. В моих мечтах я слышал женский голос. Сынок, а если бы у тебя была собственная страна? Как Моисей, я привел народ в землю обетованную, Боливию. Мы пришли сюда, купили плантации коки. Что не купили, забрали. Мы купили полицию, армию, судей, политиков. Мы были на грани того, чтобы самим стать правительством. На тонкой грани, отделявшей меня от моей мечты. Мечты создать наркогосударство. Нацию Санта-Бланка. На прошлой неделе у посольства США в Ла-Пасе сработало взрывное устройство. Двое морпехов ранены, также пострадал прохожий. Спустя два дня источник ЦРУ в Центральной Боливии прислал нам эти фотографии. Наши аналитики опознали человека на фото. Это агент Рикардо Рики Сандоваль. Мой друг. Сандоваль 6 лет занимался местными производителями кокаина. Мы считаем, что Сандоваль был целью этого взрыва. Что не смогла сделать бомба у посольства, они довершили лично и с пристрастием. Сандоваля схватили, пытали и убили. Затем тело выбросили. Нам нужно его забрать. Наша цель — группа, ответственная за взрыв у посольства и смерть спецагента Сандоваля. Это наркосиндикат, который называется «Картель Санта-Бланка». Вчера это были наркоторговцы. Сегодня они наркотеррористы. Правительство противостояло мексиканскому картелю. Сформировали единство, боливийский отряд спецназа. Но все пошло не так. Затем были тысячи убитых. Политики, военные, журналисты оказались под угрозой. Боливийское правительство вырыло себе могилу. Новому президенту пришлось заключить сделку с Санта-Бланкой. Вы перестаете убивать наших, а мы не вмешиваемся. Санта-Бланка превратила Боливию в центр южноамериканской наркоторговли. С помощью друзей в Мексике они проложили канал в США и Канаду. Санта-Бланку надо уничтожать по частям. Это единственный способ. Операция за операцией, пока не доберетесь до главаря. Производство, контрабанда, безопасность и влияние. На вершине босс босса. Это самая большая шишка. Мечтатель. Убитого агента. Знала?
Он был мой друг. Сожалею о твоей утрате. У нас такая профессия, но от этого не легче. Нет, не легче. Небось, бывала здесь. Да, я прожила тут 5 лет в качестве сотрудника международной помощи. Жизнь нелегкая, но как прикрытие, идеально. Вертолет прилагается. Как въезд в страну? Из Манауса бизнес-классом. Можно приступать к работе, так? Автостопом из Баранко, Перу. А ты как? В автобусе от Жужуя в Аргентине до Виллисона у меня была бутылка в руках. А от пинчуги в пути все держатся подальше. Вот почему ты воняешь, как жопа. Я про вас слышала, ребята. Я начинала службу в Москве, когда провалился путч. Говорили вы к этому причастны? Это был кто-то другой. Мы там не бывали. Не часто встретишь живую легенду. Расскажи это моему сынуле. Может, начнет слушаться и мусор выносить? Трудно быть тем, кого официально не существует. А ты как думаешь, Карен Боуман? Из гуманитарной миссии. Ты наверняка знаешь, что обезбашенные люди могут сделать с другими, когда уверены в безнаказанности. Ну вот что я скажу. Неважно, насколько бесчувственности в тебе прибавилось, но мечтать тебя поразит. Его религиозность сродни наваждению. Он дал обеты бедности и целомудрия. Если он занимается этим не ради денег или девочек, то ради власти. В опергруппу входят сотрудники ЦРУ и других ведомств. Я командую операцией. Официальное название – цареубийца. В докладе говорится о местных боевых отрядах. Это группа повстанцев. Они оказывают сопротивление как Единству, так и Санта-Бланке. С их лидером мы встречаемся после высадки. Боливийцы нас ненавидят, но будем надеяться, что враг моего врага окажется другом. Только не поворачивайтесь к нему спиной. Четыре солдата. Это и есть обещанная помощь. На это Сандоваль рассчитывал. Погиб всего один янки, а нам прислали горстку солдат. От пуль Санта-Бланки погибли сотни боливийцев. И откуда мне взять сотни других? Никаких американцев здесь нет, забыли? Эти солдаты — наша лучшая группа в области тайных спецопераций. С ними сотни бойцов вам не нужны. Вам знакомо слово «гордыня», сеньора Боуман? Знакомьтесь, Пак Катари, командир группы сопротивления Катарис-26. Мы будем вместе разрушать организацию Санта-Бланки. Они уже 6 лет воюют с Санта-Бланкой и продажными чиновниками. Скоординируем задачи. Для этого нет времени. Мы установили, где находится Амару. Амару? Нашли его? Амару — один из основателей Катарис-26. Даже более того. Наша группа основана на его идеях. Без его учения об аграрном пролетариате не было бы организованного сопротивления Санта-Бланке и коррупции в правительстве. Амару нужно спасти. Поможете моим людям, и тогда завоюете мое доверие. Где он? Точно неизвестно. Мы знаем, что он в этой провинции, и есть человек в Санта-Бланке, который в курсе, где именно. Я свяжусь с центром. Может, они подбросят нам информацию? Начинайте поиски этого лейтенанта и сообщайте мне обо всем через спутник. Удачи. Спасти Амару для нас очень важно, Янки. Постарайтесь не убить этого парня из Санта-Бланки, прежде чем сможете его допросить.
Пора отрабатывать зарплату. Давайте посерьезней. Мне не по душе работать с этим паком Катария и повстанцами. Их идеология всегда приводит к горам трупов. А у тебя какие предчувствия, Намат? По большому счету, мы несем возмездие. Нужно сосредоточиться и сделать все быстро, чтобы не оказаться между местными политиками и автоматами картеля. Первая задача — выследить смотрящего, чтобы найти Амару. А то. Не надо их напрягать. Опустите оружие.
Вы только посмотрите.
дрон в воздухе. Йоу, здесь враги. Хорошо, порядок.
Запускаю дрона. Вижу цель с пистолетами и пулеметами. Появился один с пистолетами и пулеметами. Я не хочу напугать объект. Прикрутите глушители. Вижу цель. Вперед! Все хорошо. Apparently.
esa vieja es peligrosa. Расслабьтесь, мы еще живы. Тут один боевик перед сторожевой вышкой.
Осторожно, тут боевик с ПП. Покажи. Все круто, все круто. Не двигайся. Пинчик, каброн. Пас, 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 пис! Слушай меня, придурок. Ты отвечаешь на вопросы, иначе я всажу пулю тебе в брюхо. Ты меня понял? Остынь, козел! Чего ты хочешь? Амару, где его искать? Ты серьезно? Вот чего тебе надо. Не вопрос. Он на ферме Атоя. Вперед! Там узнаете, что мы делаем с теми, кто идет против картеля. Нам нужно спешить. Амару уже старик. Под пытками он долго не протянет. Черт, если у них было время поработать над ним, то он может быть уже мертв. Все может быть. Амару большая шишка у повстанцев. Картель не убьет его, пока не вытянет все, что Амару знает. Мы не можем рисковать. Слишком многое зависит от этого. Идем. Вперед! Картель не будет сидеть и ждать, пока мы обнаружим и спасем Амару. Вижу вторую цель. А вот и третий.